Всем большой-большой привет! В этом видео хочу вам показать свой заказ по каталогу Avon номер 3. Вот такой вот был третий каталог к 8 марта, к праздникам. И давайте начнем. Первое, что я заказала для себя, это была парфюмерная вода Альфа. Она пришла в хорошей упаковке, красивой. Также здесь была фольга, я ее уже сняла. Водичка мне очень-очень понравилась. Вот так выглядит ее флакон стеклянный. Очень презентабельно, очень красиво. Аромат очень-очень приятный. Восточно-фруктовый. Я не думала, что она будет настолько приятная. Думала, что это грубый аромат. Ну, решилась и заказала, и не прогадала. Следующее, что я заказала мужу своему на 23 февраля, это набор. Вот такой вот мэн, и здесь не пришли духи к нему, написано, что будут включены в последующих каталогах, очень неприятно мне это. Ну, сам наборчик неплохой, также это был новенький набор, мне он очень понравился по аромату, думаю, мужу тоже будет очень приятно. Следующее тоже заказал для себя любимый. Это вот такой вот небольшой оказался наборчик New 25+. Здесь входит дневной ночной крем, водичка очищающая и вот эта штука для кожи вокруг глаз. Сейчас я все вам это покажу, я его открыла. Вот такая вот маленькая вода, 50 мл, борется с возрастными изменениями, очищающая, 3 в 1. Вода для лица. Буду тестировать, даже я не знаю, как она по действию, что она делает вообще. Захотелось попробовать. Вот такой вот крем для кожи вокруг глаз. У меня как-то отсвечивает все. Он с очень удобным носиком. Вот. У него носик такой. Очень удобный. Думаю, будет удобно пользоваться. И два крема. Ночной и дневной. Здесь по 15 мл. Сейчас я его покажу. Один ночной очень приятно пахнут. Этот немного жиденький, который ночной, а тот густой, дневной. В общем, такой вот набор, стоящий он или нет, я даже не могу сейчас сказать. Потестирую, попробую, потом уже буду говорить о своем мнении в пустых баночках. Дальше. Из парфюма заказали у меня две вот такие вот маленькие водички Today. Это одна из любимейших у меня у некоторых клиенток. Она всегда ее заказывает, либо в большом формате, либо в маленьком. И Tomorrow. Tomorrow тоже, по-моему, второй раз другая клиентка заказывает. Тоже с удовольствием пользуется. Дальше. По специальному предложению, это по фокусу, заказали у меня спрей новый, новинку, 89 рублей он, вот такой вот чувственный жасмин, не знаю, не буду открывать, это клиентка заказала, так что ей я дам. И тоже по фокусу заказывали у меня тушь, по-моему, за 209 рублей, тушь новинка Avon True, в общем, вот такая вот тушь. Можно было ее заказать по очень выгодной цене. В следующем каталоге в 4, номер 4, она будет уже намного дороже. Давайте дальше. Дальше у меня заказали шампунь. Шампунь против перхоти, мята и чайное дерево. На аромат она мне очень понравилась. С удовольствием бы пользовалась такой шампунью. Дальше, шампунь я заказала себе, интенсивный уход, это ромашка и алоэ. Действительно, реально очень хороший шампунь, хорошо, очень мне помогает, чтобы волосы были мягкими и гладкими. Конечно, не профи шампунь, но для обычного ухода. Следующее, я себе заказала гель для душа Avon Senses, райский сад. Романтичный, в общем, давно я не заказывала себе именно вот этот, он давно в каталоге, как-то пользовалась новинками, разными другими гелями, как-то поднадоела, решила опять заказать его. Следующее, заказала цепочку, вот такой вот, за 30 рублей она вышла. Клиентка у меня заказала сумку сейчас я покажу.
сумка была вот такая, черного цвета. Она заказала себе сумку, и можно было приобрести цепочку за 30 рублей. Но она ее не заказывала, может быть, я ей положу ее в подарок просто. Сейчас покажу сумку. Сумка в пакете, конечно, не очень понятно, но она вот такая вот большая, объемная. Сейчас переверну. Похоже, прям хорошая такая сумка с ручками хорошими. Вот такие вот у нее ручки. Я думаю, клиентке понравится. Заказывает она уже сумки не первый раз у меня в Эйвен. И еще она заказала вот такую вот тунику. Это у меня была недопоставка того каталога. И в этом каталоге пришло. Следующее, что мне пришло, остались только пробники. Мне положили почему-то вот такую темную помаду. И пробник я заказывала Attraction, тоже клиенткам положу. Ну и последнее, у нас пришли пробники. Ой, пробники, говорю, купоны. На 700 рублей 2 купона. Их можно будет использовать по каталогу номер 4. Вот он, каталог номер 4. И пришло еще, пришел новый каталог номер 5. Возможно, буду снимать обзор на этот каталог. И еще распродажа к четвертому каталогу. Ну вот на этом все. Вот такой вот был заказ мой небольшой. В основном много что мне и немного клиентское. Всем большое спасибо за просмотр. Мне очень приятно для вас снимать видео про заказы косметические. Очень вам рада. Большое спасибо и всем пока-пока.